Ради искусства можно пойти на все, даже научиться верховой езде, как Платон Харламов. Вместе с командой он снял музыкальный клип и стал победителем в этой номинации на 8-м открытом фестивале-конкурсе «Магия кино». 2 года назад такая же победа открыла дверь в профессию и для Василия Марюнина. Я продолжаю работать в этом же жанре. Сейчас занимаюсь созданием сериала, пишем заявку, пишем фабулу. Надеюсь, что получится. Жанр тот же. Те, кому нравится мое творчество, ждите. Те, кому не нравится, не ждите в 10-кратном размере, потому что все, что в этом фильме было, будет умножено на 10. Сегодня он в составе жюри. Оценить более 150 работ в 6 номинациях непросто. Даже таким асом, как Егор Кончаловский. Он бессменный председатель жюри фестиваля. Говорит, в этом году картины отличаются особенной глубиной и смыслом. В силу той исторической ситуации, в которой находится наша страна последние годы, мне кажется, что становится больше серьезных работ. Я это объясняю тем, что, наверное, все-таки сейчас для наших граждан, в том числе и молодых, огромное количество сейчас тем и поводов поразмышлять в таком гуманистическом ключе о том, что происходит вокруг нас, кто есть мы. Вот уже 8 лет Егор Андреевич ежегодно просматривает более 200 работ начинающих кинематографистов со всей России. Именно он с легкостью поддержал идею Ольги Кабецкой о создании фестиваля. Я остановилась и нахально сказала: Егор Андреевич, вот есть такая идея вот такого фестиваля. Не могли бы вы стать председателем нашего жюри? Я была уверена, что он не откажет. Он говорит: записывай телефон, позвонишь мне. И не подвел. За эти годы фестиваль набрал обороты, охватил более 50 городов со всей России, ближнего и дальнего зарубежья, стал настоящим культурным событием Одинцовского округа. И не только. И сейчас, в эти дни, фильмы победителей предыдущего фестиваля мы показываем на стенде Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации на масштабной выставке в форуме на ВДНХ «Россия». Впервые за свою историю члены жюри единогласно приняли решение отдать главный приз не игровому кино. Документальный фильм Ольги Ажнакиной «Человек труда» завоевал гран-при фестиваля, а его создатели получили еще и денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей от главы округа. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».